Ректор КФУ провел встречу с сотрудниками и преподавателями юрфака, на которой рассказал о результатах работы за год и дальнейших планах развития университета. Отдельно отметил, что приемная кампания прошла успешно, а средний балл первокурсников – наивысший среди российских вузов. Рассказал ректор и о планах сделать юридический факультет более практикоориентированным и попросил оказать содействие в юридических вопросах по проектам университета и бизнеса. Ректор ответил на вопросы о магистратуре, ВАК и программах популяризации КФУ и также призвал сотрудничать с зарубежными и российскими вузами. Ксюша Дзен, Роман Самарин, Руслан Уразаев, Универньюз.